kalaisen.kz, промо Павлодар. Адрес, по которому более 200 павлодарцев уже прошли опрос о качестве жизни. Их ответы были проанализированы и на проблемных моментах сделан акцент. Сейчас запущена еще серия новых злободневных тем. Дорожное хозяйство, благоустройство города, ЖКХ и многое другое. Обновляются опросы регулярно, поэтому успевайте отслеживать все. За каждый срез вопроса вы получаете по 20 баллов. Позже все они суммируются и вы участвуете в еженедельном розыгрыше. Так, жительница Павлодара Назирай не подозревала о своей победе, пока ей не позвонили и не обрадовали. Уважаемые жители Павлодара, меня зовут Назира. Я участвовала в проекте Калайсен и выиграла сертификат на 200 тысяч тенге. Участвуйте вы, все просто, лишь отвечая на вопросы. Проходите опросы и выигрывайте крутые призы. Что может быть легче? kalaisen.kz – сайт, где каждый день новые социологические и рыночные исследования. Станислав Пустовойт зарегистрировался и отвечал на опросы просто для души. Призы стали приятной неожиданностью. Призы – это сертификаты. Сертификаты на разную сумму. Я стал обладателем сертификата на 50 тысяч. Для меня это было неожиданностью. Это было в воскресенье, я ничего не подозревал, просто отдыхал. И мне приходит на почту сообщение, что я стал победителем. Со мной связались представители Калайсен, и я предоставил свои данные, и мне выдали сертификат на 50 тысяч, на который я купил технику для своего фотоаппарата дополнительную. Ну, чему был неожиданно рад. Сейчас выиграть шансов стало больше, количество победителей увеличили с 5 до 10. Розыгрыши каждую неделю, такое выгодное предложение лучше не откладывать и регистрироваться на сайте kalaisen.kz уже сейчас. Чем больше опросов вы проходите, тем больше шансов, тем больше баллов получаете. Артем Буланов, телекомпания «Ирбис».